Представители администрации округа и сотрудники полиции продолжают проводить профилактические рейды по выявлению несанкционированной торговли. На этот раз мероприятия прошли вблизи железнодорожной станции Расторгуева и на Советской улице города Видное. Собственниками торговых точек, арендаторами и продавцами были проведены профилактические беседы. А регистрация в качестве ИП должна быть здесь? Ну, сейчас я его покажу, вам все расскажу. Нам не надо показывать, мы должны сами видеть. Обсудили вопрос недопустимости самовольных рекламных конструкций, а также запрет размещения товара за пределами торгового объекта. Поэтому нарушения в виде импровизированных прилавков с овощами и фруктами на улице устранили на месте и всю продукцию переместили внутрь торговых объектов. Также в ходе мероприятия выявили нарушения. Гражданка осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих документов. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Все собранные материалы будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Сотрудники полиции и администрации обращаются к жителям с просьбой сообщать о нарушениях, связанных с незаконной торговлей, в отдел сельского хозяйства и продовольствия по телефону, который вы видите на экране.